Всем добрый день. Значит, на сегодня задача такая: заменить генератор на УАЗе 31514. Это предыдущий генератор, который у меня стоял на 50 миллиампер час. На 90. Выполнен через доп. Реле с режимами. Постоянно эта фишка выскакивала. Сейчас установим более современный генератор, но показалось мало, будем устанавливать генератор на 140 ампер час. Вот такой вот генератор, производитель. По крепежам они идентичны. Единственное, что расключение не будет разного. Раз, два, три. Потому что все по машину. Соответственно, стоит у меня сейчас вот такой вот аккумулятор, генератор на 14 вольт 90 ампер, такого же производителя, но цель — увеличить мощность бортсети, так как на все, на лебедку, на люстру уже банально не хватает, поэтому сейчас будем его демонтировать. Ставить новый. Для его подключения будем только использовать B+ и D. M не будем использовать. В общем, вот мой генератор, который был установлен. Тоже того же производителя. И также был расключен B+ и D. Он у нас на 14 вольт 90 ампер час, и его уже банально стало хватать. Сейчас накинем этот, подключим и посмотрим разницу. Ну все, генератор на своем месте, подключен. Сейчас будем пробовать заводить и смотреть, какой результат. Амперметру стало показывать уже 14. В чем фишка еще? У вас 31514. Добавил я индикатор заряда, то есть сейчас у нас питание есть, масса включена, поворачиваем замок зажигания, и у нас загорается лампочка. Заводим. Дадим обороты. В общем, замена закончена.
получается. Схема, по которой был расключен вот этот генератор, и новый я выложу. Ну, новый генератор чуть лучше работает. Получается, заказывал я его в авто на Кетчерской. Генератор. Газ у вас 140 ампер ГЗТ. 4780.